Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. 75 лет назад советские войска освободили один из крупнейших концентрационных лагерей Аушвиц. Среди его узников были и белорусы. Из польских архивов известно, по крайней мере, о трех составах из Минска и Витебска, которые в марте 43-го прибыли в Освенцим. Сегодня на месте бывшего концлагеря пройдет акция памяти, примет в ней участие и белорусская делегация во главе с заместителем председателя Совета Республики Национального собрания Анатолием Исаченко. Среди почетных гостей и бывшие узники из Беларуси. Мы не знали, куда нас ведут, но когда мы вышли из вагона, нас выгнали, мы видим, что нас привезли в такое же место, обнесенное проволокой, где лай овчарок, где нацисты, вышки. И мы поняли, что, конечно, нас привезли в такой же лагерь. Особая миссия у представителей белорусского духовенства. Протоиерей Федор Повный примет участие в международной акции памяти во славу общей победы, где состоится передача капсулы с землей из Освенцима, которую затем доставят в Минск.